В Ульяновском государственном педагогическом университете открылась выставка «Наш Гагарин». Экспозиция состоит из 39 уникальных фотографий и посвящена первому полету человека в космос. Университет сотрудничает с организаторами выставки – музеем-заповедником «Родина Ленина». Такая работа позволяет студентам вуза наглядно изучить историю нашей страны. Выставка носит в первую очередь патриотический характер, а в нашем университете традиционно уделяется большое внимание воспитанию, в том числе патриотическому воспитанию. Сразу после открытия экспозиции состоялось методическое занятие от куратора выставки, сотрудника музея метеорологической станции Симбирской Екатерины Лариной. Экскурсовод рассказала о том, каким был Юрий Гагарин, как готовился к полету в космос. 9 марта родился Юрий Алексеевич Гагарин, человек, которого многие называют великим. Однако эта выставка заставила нас задуматься, каким же человеком он был на самом деле. Он был простым человеком, который хотел добиться в своей жизни чего-то важного, чего-то серьезного. Идея выставки – показать Юрия Гагарина не только легендой, но и живым человеком с простыми интересами и большими амбициями. По мнению организаторов, тема космоса сейчас становится особенно актуальной. Эта выставка будет актуальна всегда, потому что тема космоса развивается. Даже недавний полет космической, скажем так, кинокомпании как раз-таки, он показывает то, что космос интересен становится не только крупным компаниям, но и простым людям. Ульяновцам показали часть экспозиции под названием «Космос не игрушка» из города Самары. Это необычные матрешки, при помощи которых посетителям наглядно рассказывают о космосе. Все экспонаты делают вручную, поэтому в мире им нет аналогов. Есть серия матрешек, которая посвящена Юрию Гагарину. То есть, глядя на эти матрешки, мы можем отследить все этапы его полета. Это таким образом авторы коллекции видят его космический аппарат, в котором он находился. Первыми посетителями экспозиции «Наш Гагарин» стали студенты педагогического университета, будущие учителя русского языка и истории. Они с радостью рассматривали фотографии молодого Гагарина и как в детстве мечтали о космосе. Выставка очень понравилась, очень интересно, завораживающе. Я хотела бы полететь в космос, потому что это новые какие-то впечатления, ощущения, что-то незабываемое. Выставка «Наш Гагарин» продлится до 6 ноября. Валентина Никонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.